Игра вообще российская, по сути, смотри, белые люди с одной стороны стоят, он за линией просто стоит. Тёма, я тебя защитю, я понял. Посмотри, как блондинка смотрит презрительно на него. Я Артура вообще не вижу на чёртом плане. О, крик такой. Я тебя вижу. Можно компас достать и примерно узнать, где находится монстр? А, нет, я всё, я не могу. Крикни ещё раз. Можно палочку кинуть. Ой, наивно это и смешно, но так легко. Чего вообще? А чё? Чё произошло? Соединение с хостом природы. У меня тоже вылетело. Теперь феминистки будут, да? Против людей, против мужиков. Мужлан, пошел вон отсюда, мужлан. Я сильно не знаю. Ну, спасибо, блин, большое. Сами себя, короче, спасайте, я пошел. Ну, я теперь просто не знаю, с кого начать. Куда? На кнопку на счет 3 давайте все нажимаем Г. Надо, мне еще. А на геймпаде это что? Какая кнопка? Подожди. Раз, два, три. Я так и понял, что вы хотите поорать. Я вас увидел. Выключи фонарь, не пались. В смысле, я нихера не вижу без фонаря. Ну давай, иди вперед, карлица. Негров нет. В смысле карлица? Я сильная, независимая. Карлица. Независимая карлица. Полуженщина. Фонарик кончается, по-моему. Он тут! Черт, свет! Свет в глаза. Нет! Нет! Иди сюда! Сюда! А что делать? Я что-то не то делал. А чё я убег? Ты убег? Потому что фонарик выключен, твари сложнее искать вас. Ну да, по крикам. Нет, я втекаю. У меня белый шум, я от вас отделился. Господи, я иди сюда. Нет, опять ТП, чёрт. Крикните кто-нибудь, крикните, чтоб я знал, где вы. Зараза. Вы этим светом меня ТП-шите назад куда-то постоянно. Это так бесит. Можете сбежать с помощью ЛТ. А, когда я бежу. А что искать-то надо? Шум. А, нет. Кульки. Записки. Я нашел кулек. Что сделал? Я насрал какую-то кучу. Кулек. Я нашел кулек. А покричите немножко. Сейчас. Я бросил палку и нашел какую-то... Ну, я страшный, но вам страшно кричите. Так, я нашел усилок. Усилок. Синенькие кричи. Батарейки, короче, их можно подбирать и черт, фонарик туда вставлять. Крикните. Ага, ну иди сюда! Подобрать ленту я нашел. Вот. А я даже не знаю, как она выглядит. А, это, короче, кассеты. Сюда иди! Помнишь, мы усилок внизу находили? Наверное, там тоже одна была. Ла-л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 а. А я вообще не видел, как она выглядит. Смотри, батарею можно зарядить. Батарейка наверху. Если хочешь, я возьму. Пошли. У меня половина. Тварь отключила мой фонарь. Тёма, она думает. Она не мой! Беги, говно, беги! Сюда! Ну, это было... Я буду пить твою девственную кровь. В смысле девственную? А что, не девственная? А, ну да. Кстати, пока он хавает, ты... Вы прохватили. Чуть не подавился, блин. Захарчил, короче, на изичек. Мы такие ходим тут, поедем, не можем. Они бросили тебя. Вот тут вот, давай тут. Вот тут вот, давай. Они просто бросили меня, они смотрели, они даже не реагируют на меня. Вообще игнор. Кто? С нами Артур играл? Тёма, по-моему, с нами кто-то еще был. Ты не помнишь? Вроде вдвоем ходили. Когда все плохо... Это тут внутри у идола все шумит. Слышите меня, нет? Пью нажимайте, если рядом он с вами. Вы бросаете эту хрень. Эй! Эй! Соединяйся с... Так нечестно, я опять подошел к Тёме и меня вырубило. О, народская степь. О, карта другая. Ну ладно, погнали. О, мы в лесу в каком-то. Это нормально, что мне страшно? За спиной где-то вон там что-то происходит. По-моему, это там где-то... Нет, там что-то светит. Тихо. Он где-то рядом. Буквально не паникуем, все хорошо. Фонарик выключи. Тварь где-то рядом. Да я тебя не вижу, когда ты на рубашке бежишь. Вон он сзади! Да ты сзади он! Не смей трогать негра! Он рили сзади! Свет! А бежать-то как? Я бегу! Левая нога правая! Кажется, за себя! Опять разделились! Черт! А в смысле, Артур живой еще? В смысле, обидно было? Я думал, он пока им занят, пока мы свалим, не знаю. Так, Тёма, ты где? Крикни мне. Я за тебя иду.
А, вот. Пойдем костер разжечь, короче. Я знаю, где шашлычные есть рядом. Мне кажется, надо, короче, как-то зайти сюда. Да нафиг нам на пленку, я поесть хочу. А, да? А компас показывает, где тварь или где этот? Где а вот хер его знает. Где этот тварь? Где записка? Ну, это... Я черт, сюда! Я не знал, что я выпрыгиваю. Минус один. Из тени. Я не знал, ой, что из тени ты меня нашел? Высвечиваешь. Нет, черт. Это оно? Да-да-да, все. Первая лента есть. Ну почему я? Это же несправедливо. У нас вообще так спокойно идем, у нас как-то по-российски. Кажется, если у него... Ой, фонарик выключился. Ой, она сзади, сзади прям. Жри их, жри их, пусть подавятся сами с собой. Дима, поболей. Эта женщина, по-моему, всю жизнь была готова к смерти. Блин, я, кстати, мог его фонариком ударить и оглушить, но я просто сбежал. Ой, я открыл ворота мироздания. Типично. Идол указывает тварь в наше местоположение, когда подходит слишком близко. А, не подходить к идолам, ясно. Нет, подходи к идолу. Пальцем выдал и тыкнул. Это ты вот это понакидывал здесь, да? А мы тогда у идолов стояли, как два дурака, короче, блядь. Я теперь вижу, где вы. Муха-ха. Черт. Ты видишь, где мы? Да, фан... Я могу убрать идол, я убираю. Где-то рядом есть другие выжившие, кликните, чтобы они могли понять, где вы. Конечно, ага, еще поверил такой. Слушай, как это выглядит? Они как кассета от видеомагнитофона. Сложно. Подобрать ленту. Нет! Прям, прям перед Джеком ты пешнулся. Из-за того, что ты ленту подобрал. Так, вот сейчас кто бежит возле таблички? О, ну, Артур, привет! Иди за мной, я тебя вижу. Твою... Вот, иди сюда, ты, блядь. Иди нахрен! Пикабу! Слушай, он в итоге вышел, ты вывел его на меня. Я, кстати, могу тебя спасти, я совсем рядом нахожусь, но я убегаю. Убегай, вот убегай. Вот это ты бездарь, короче. Байбайка был съеден. Тёма! Ты призрак, пойдём отсюда. Призрак. Я знаю, где ленты, две штуки. Да, ты знаешь, где ленты? Да, веди, там, веди его. Веди его туда. Где-то, короче, вот здесь, слышишь? Как она выглядит? Бегу. А вы знаете, что я могу обманки ставить, чтобы вы думали, что ленты там, а на самом деле их там я нет? Я по звуку слышу, но я не вижу, где она. А, да? Может, он нас обманывает? Я знаю, где точно одна лента. Вот тут её просто звук. Блин, я не успел выкинуть штуку под ноги. Я слышал его сзади. Да. Дима просто слишком хороший. Следователи были все. Я просто Дима. Та еще тварь. Дима, та еще тварь, да. Смотри, кучу вот наложил такой. Все разбежались, меня как обычно унесло хер знает куда, смотри. Ну-ка. Смотри, он там какую-то проволоку и кучу. Это проволока типа ТПшная. Я говорил, не надо, что штуки там есть. Вот тут был бой. Тут я побежал. Мы нашли. Ну мы типа сажали. Самая продуктивная команда, реально. То есть мы делали все, что надо было. Потом я бросил Тёму. Смотри, ускорился как. На шифте, короче. Вот смотри, я потом Джека нашел, и меня ТП-шнуло. И меня ТП-шнуло, блин. Я очень вовремя запись схватил. Теперь посмотрите, как Артура харчевали. Я реально мог его спасти. Я увидел, как он там схвачен был и убежал снова. И потом я уже с пизраками пошел гулять. Пизрыхи. Я именно... Кучки такие. Пизрыки. Ну и все. Все. Поехал. Я иду за вами. Это было страшно. А что это, да? На белышем вообще не похоже. Йоу, нига, йоу. Пожалуйста, не надо, йоу. Опять АТП. Опять ТП. А что, нига? Плохо. Хорошо. Надо. Он у нас умеет находить ленты. Иди. Так, я знаю, где ленты, я все найду. А насколько есть? Ходит такой, мы, короче, за тебя. Молча причем за ним. Ну иди давай. Я вижу что-то, смотри. Баба Клава выживет здесь точно, мне кажется. Баба Клава. Минус один! Илья, спроси тебя! Да бросай, Тёма! Просто хотел посмотреть на это. Не надо его спасать, зачем? Ты убежишь лучше быстрее дальше. Выживешь. Ты что так резко-то? Ты же дураков сделал. Я отомщу. It's all about survival, guys. Кому ты отомстишь? Компас, похоже, показывает, где ближайший. Ленту он показывает. Вообще ничего не показывает. Все, он показывает, надо просто рядом быть. Я его слышу. Выключи фонарь, что ты палишь? Так в смысле? Тебе съедай постоянно поэтому. Тёма пошел самым главным выживальщиком.
У меня вся кровь на экране. Ну пока, пацаны. Значит, у меня ничего не осталось. Где вы? Так, пойдем. Я слышу, знал, где лента. Милая, милая, ты вот знаешь, она здесь это где-то. Практически нет света. О, что это такое? Милая, огромная куча. Уходи, там какая-то куча говна. Это он наложил вот эту. Ты не сейчас надо вот если он пройдет, то он увидит, что мы рядом. Я, по-моему, какую-то вообще тушу нашел. Слышь, а как это вообще объяснить? Стоять посреди какого-то поля усилки, какое-то оборудование и чё? Варя включила ваш фонарик, бегите. Надо. Господи. В разные стороны, пожалуйста, разбегитесь. Я сейчас запись найду. Прям вот за мной, что ли, идет? Что такое звук громкий? Да блин, что? Вы можете бросить палочку. Рядом есть другие выжившие. Ну за что? Опять шоколадка. А чё, где все? Где все? Ко мне, Тёма. Я уже удалеко. Я тебе что сделал вообще? За что ты? Я же в миле от него где-то. Тебя легче всех найти. Не знаю почему, у меня компас к тебе ведет постоянно. Черный компас. Он такой, Артур там, а остальные херни. Офигеть, у тебя так хорошо все видно. Ясно, ясно. Я не знаю, где он, вот, честно. Не надо тебя знавее. О, господи, я его вижу. Да? Получи, не знаю. Ой, ко мне пиздрак черный пришел, я так испугался. Я хотел кричать, забери мобилу, только не бей по лицу. Только не бей по лицу. Ясно, ясно. Зачем тебе по лицу? Не иди туда, Джек, не иди. Там идол. А он сейчас узнает, что я у идолов, блин. Ну конечно. Он за мной гоняется тут. Ну ладно. Джек, давай. Мы должны, чтобы Джек выжил в этот раз. Найди мне запись вторую. Он каждый раз выживает. В смысле выживает? Он каждый раз этот умирает. Он каждый раз больше всех очков получает. В смысле? Он постоянно меньше всех очков получает? Да, конечно. Так, я нашел запись. В смысле ты нашел запись? Меня как-то оберегает, короче. Сюда иди. Смысле оберегает? Я думаю, что ты умрешь. А был бы у тебя автомат Калашникова, ты бы мне больше нравился. А прикинь? Ну как пиздец. Интересно. Здесь нет нигде никаких пленок. Где эта хрень? Да? Но если я нужна будет батарейка, скажи мне. Наверное, это она где-то рядом. Поставить. Сейчас, Джек, я почти нашел. Я, кажется, запись слышу. Да я вот тоже слышу, но я не слышу. Я точно слышу. Я даже не увидел ни одной записи. Фонарик отключен. Беги. Прям на запись иду. Это тварь? Ничего. Это я. Да, это тварь бегает. Да он прям за тобой. А вот она запись. Ну? А? Ну. Я понял, как они выглядят, я думал, они как-то подсунули. Нет! Джек, иди сюда! Тварь может быть отогнана! Получаем фонарем! Иди сюда! Получаем фонарем! Что ты? Вкусный белый мальчик! Плохо, да? Вкусный белый мальчик! Я, короче, тебя умираю. Так, я вижу, где у тебя колец. Артемка остался только ты? Остался, да, я наконец полностью понял, как эти пленки выглядят хотя бы. Артур, ты мог идола убрать, чтобы он я меня нашел не поймал. Труп Артура. Да нахера оно мне надо? Ну ясно. Я нашел очевидно труп черный. Может быть, это я? Не-не-не, это далеко. Я буду помогать Тёме. Я выбирать. Я хороший пизрак. Я не такой, как Артур. Какой пизрак хороший. Который ненавидит весь мир, короче, никому не помогает. Потому что умирает первым всегда. О, Тёма, тут ловушки, осторожно, тут, короче, всякие эти коконы чужих на полу, смотри под ноги. А, помогу, говорит, помогу. Я вижу тут, короче, какие, слышь, точнее. Второго идола взял. О, я вижу следы призраков. Я вижу следы призраков, если вы рядом, то... Вау, я тебя вижу, тварь, уходи нахер. Ты вел себя плохо. Я тебя видел, а он меня не видел, походу. Джек, я вижу так сквозь тебя. Не забудь так, ищите платить пленки, за пленки, что вы там ходите Джек за мной? Джек, чё? Он наши призрака следы видит. Дима наши следы видит. А мы видим, чего мы видим. Я же вам сказал об этом. Джек, отойди от Тёмы. Я наследи везде. Придурки. Я был так близок. Я же вам сказал, я по вашим следам тупо прошел. Мы Касперы. Доброе привидение. Я, если ты меня еще раз убьешь, я тебя удалю. Забаню на канале, понял? Не, ну это по-любому будет. По-твоем. Проходит минута. Твою ж мать. Не сработало. Так, ну вы если что, его оглушайте фонариком, не убегайте. А сейчас. Это слишком просто. Ты сказал самый главный дичи, который больше всех убегает от всего. Кто-то рядом есть. Всё, пускай он, Джек.
Джек, он пускай. Вон он сзади, вон он сзади. Мусорный пакет! Он сзади, вон он ходит. Иди отсюда, быстро! Быстро! Киньте в него палку, он там сзади ходит. Пару палок кинчи. А, я вижу не следы призраков, я ваши следы вижу. Дима такой подходит к нам, вы чё меня палками кидаетесь? А мы призраки. Тупые что ли? Чё палки кинули, слышь? Так, мы опять... Где Джек? Не знаю. Скотина. Пока. Я слышу. Слышу Лену. Еда. Он я сзади. Телефон. Я его телефон слышу. Звонит. Получи палку, тварь. Телефон звонит. Да и хер с ним. Может как, тебя. Как брать эту... Да просто... Ай, зачем ты это сделал? Ага, все, я его последнюю секунду взял. Я был здесь прям вот-вот. Я был сраные палки раскидали тут. Страха нет, китайцы. Это не сраные палки. Пошли наверх. Сраные палки коричневого цвета. В смысле, как у негров. Я не про то. Я тоже. Не знаю, давайте. Где-то здесь запись есть. Бра-бра-бра. А давайте пока его О, я бассейн нашел. О, господи, беги. В разные стороны, пожалуйста. Да куда, куда? А из бассейна можно же вылезти, да? Мы ведь можем стоим прыгать? Стоим тут, все. Все, ничего не сделаете. Только по лестнице. Стоять, мою акцию. Нравится тебе? Марин, нравится, больно, да? Больно? Это все потому, что это огонь. А ты боишься огня. Черт. Не успел. Лента где-то впереди. Вот тут ком... О, этот вы, короче, отвлекайте запись. Его, там играйте с ним, палки у него кидайте, я сижу. Да-да-да, а ты убегай. А ты убегай подальше. Подальше от них. Бегом. Пацаны, я тоже на границе с Мексикой вас ждать. О, чьи следы. Так, ну его нахер, я кидаю палку. А в тени? Мне палки не страшны. Вот так вот надо было с самого начала сделать. В морге, да? О, тут запись, слышу, да. Я вообще не знаю, куда идти. Блин, мне кажется, я потом на карте в конце сопоставить реально как ежик в тумане бегаю кругами просто. Я вообще не понимаю. Нет! Зачем ты это сделал опять? Попался. Команда, молодцы. А я, короче, команда Б Кенни, которая один должен все сделать. Да, вот он ты. Вижу тебя. Прощай, Джек. О, смотри, компас показывает сюда. Он прям красный. Да не знаю, там где он знает, где я. Я уже хотел кинуть, наверное. В этот момент надо было сказать, Джек, да? А ты где, Артур? Я рядом с тобой. А он. Короче, он вообще в километрах от вас, можете расслабиться. Да, я уже увидел. Да, расслабьтесь. Я не расслаблен, а у меня фонарик кончается, что мне делать? Послабление. Я могу бегать и помогать вам. Ты можешь его выключить? Мой труп минимум. Ну да, я думал об этом. Я так тупо ликнулся. Так, где вы? Я вас не вижу. Не надо, не их не не надо вас искать. Да, я доброе привидение. Я вам помогу. Ты это палево вообще. Чьи следы я вижу? Ну они реально далеко. Да, очень далеко от меня. Очень. Идёт сюда. Так далеко. Я чувствую страхи. Но, понял. Все, его откинуло. Очень далеко. Ребят, тут были. Я доброе привидение. Идёт сюда. Да ломай там идолов или что он там за мешки говна. Да не будет он ломать, ты что не понял, он предал. Вы ходите прямо рядом с лентой, ребят. Где тут лента рядом с вами? Да врешь ты все. Да я серьезно, это. А вы слышите вот эти вот мои причмокивания? Вот эти. О, я вижу Джек. Впереди идол. Стой, я уберу. Ага. Сзади что-то есть! Да ничего. Палку. Кинь палку! Я кинул палку! И что ты будешь делать? Убрал, ты будешь убрал, делать? убрал, уходите быстрее! Мы сейчас отходим, все сожрём! Суки! Видишь, надо время как-то. Да, надо время! Мне нужно время теперь! Отстаньте от меня! Дай съем! Я, короче, кусочек! Танцую вальс смерти! Спас его, нет? Да. Ты мешок с говном. Черт. Да что у вас? Уйди! Прям в свиту, твою мать. Не смей даже, не смей. Да что у вас? Сколько палок-то можно кидать-то? Получи. Он меня поймал. Не смей быстро уже отсюда. Да что у вас? Как у вас, сука? Когда у вас палки закончатся? Ещё больно тебе, больно? Ещё давай кидай. Воскрещиваем лучи! Я
Я свечу у него, тварь. Иди ты, я сука. Иди сюда. О, я оглушен. Нас обоих поймало. Я опять оглушен. Есть контакт. Ну, смотри, видишь, записано. Если вы слишком долго будете смотреть, у вас потеряется рассудок. Ах, вы предатели, вы меня предали. Да вы, короче, палите меня, уйдите отсюда. Не-не-не, я не думаю, да, быстрее. Здесь 100% пленка. Вот здесь где-то пленка. Отвечаю просто. Я слышу прям, как она здесь. О, я тоже слышу. Я прям вот она, слышу. Вот она, Артур. Да, да, ты, вот она. Иди, иди он сюда. Он сзади, Артур, ну, скрикнул же тебе. Крикнул, когда Да я ж на слух. Такое западло было, я херею вообще с вас.